Всем привет, ребят. Задаете вопросы, почему не снимаю видео по расхождениям? Да потому что, в принципе, нету расхождений интересных. Мы сейчас ходим на побережье Норвегии, через датские проливы, в Германию. Там все по системам, нет ничего интересного. В общем, новости такие, ребят. Следующее задание мы получили. Не поверите, не угадаете никогда в жизни. В общем, повезем Wooden Pallets, это что-то типа прессованного леса, капсулу, с Эстонии, порт Хунда на порт Аристана. Угадайте, где это находится? Аристана. Очень много видео я тут снимал, да, и в ТикТоке про аристанскую жизнь. Блин, тут едем, короче, мы как бы в этот порт. Короче, переход где-то 2 недели. Отдохнем. Постоим нормально вахты, 4 через 8. Что, в принципе, неплохо, да. В теплые края едем, это тоже плюс. Единственный минус, если кто узнает, что это за порт, он перекрывает все плюсы. Вот. Ну, не знаю, но мне на риск везет. Что не рейс, то риск. Всегда какие-то, блин, такие ситуации возникают. Ну ничего, бывало и хуже, прорвемся. В общем, вас проинформировал, по поводу видосов будет все в тех районах. Там, я думаю, намного больше рыбаков и расхождение намного интереснее будет. Вот. Там более неадекватные они, соответственно, интереснее. Так что ждем, не забываем, с интернетом будут перебои 100%. Но мы что-нибудь придумаем, может какую-нибудь сим-карту местную приобретем. Вот, как-то так, ребят. Не забываем канал, подписываемся, репосты делаем. Ну а у нас вот такая вот погода сегодня, замечательная. Почти штиль в Северном море, берегов Норвегии. Красота. В общем, пишите комментарии, кто все-таки догадался, что за порт, или уже погуглил. Все, всем пока.